Привет, мы Возвуден, я Тимур. Сегодня у нас на обзоре топовая новинка. Встречайте, Kunai Prisma, прямиком из Stand Off 2. Приходит он в такой коробке. Давайте откроем ее и посмотрим, что внутри. Нас встречает классный ложемент и нож, аккуратно расположенный внутри. Kunai – прекрасный нож. Единственное изделие в нашем ассортименте, рукоять которого обмотана веревкой. Цвет этой веревки на Kunai Prisma заслуживает отдельного внимания. Ну что за прекрасный фиолетовый? Это стиль. Просто стиль. В скине Prisma, как и в большинстве других скинов, название полностью соответствует действительности. Ведь на всей плоскости этого лазурного ножа мы видим будто бы разбитые кусочки призмы, через которые пропустили яркий огненный свет, который будто бы горит костром у основания этого клинка. Все это вместе сделает любую коллекцию намного ярче, не сомневайтесь. Кстати, на подставке любое из наших изделий смотрится еще интереснее. Просто посмотри, как круто выглядит на ней Kunai. Ссылка на подставку, на все остальное в описании. Все наши игрушки сделаны из дерева, не имеют острых краев, заусенец и в целом абсолютно безопасны. Хочешь посмотреть другие новинки? Переходи по ссылке в описании. Не забывай подписываться на наш канал, ставить лайк, писать комментарии. Ведь в этом году вас ждет просто уйма классного контента и подарков. До новых встреч!